Смотрите канал улиц Москвы. Сейчас мы свернем с проезда завода «Серп и Молот» в Красноказарменный проезд. Это окрестности метро «Авиамоторная» и жилого комплекса «Лефортово парк», который здесь построила группа компаний «ПИК». Ну вот проездик такой небольшой. Связывает проезд завода «Серп и Молот» с улицей Красноказарменной. Эти, наверное, корпуса еще и не сданы. Те, которые, например, ближе к шоссе энтузиастов, там уже живут люди. Ну вот, вот и эти уже введут в эксплуатацию. Так, выйдем мы примерно Московскому энергетическому институту. Были в Лефортово в прошлом году в рамках нашего канала, но не были именно на Красноказарменном проезде. Ну вот как раз мы и главный вход. Студенты сейчас отдыхают. Лето на дворе.